heaven on earth. Блумфонтейн, Йоханнесбург, Притория и вся страна. Пусть все дышащее славит Господа. Сегодня прекрасный день, сегодня День Матери, и у нас есть повод для радости. Мы благодарим Бога за наших матерей и всех женщин в нашей жизни. Давайте поаплодируем нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам и дочерям. Почему некоторые мужчины не хлопают? Как вы думаете, вы попали на эту землю, а? На космическом корабле, быть может? Нет, через свою маму. И ваша мама заслуживает уважения, благодарности и восхищения. Скажите аминь на это. Привет всем на ТБН, ТБН Ютуб, Ван Гаспел, Фейсбук Лайв, Ютуб и на радио. Мы также приветствуем исправительные учреждения и наших зрителей со всего мира. России, Израиля, Америки, Европы, Индии, Китая, Африки. Добро пожаловать! Мы уверены, что сегодня будет замечательный день. Мы будем воздавать почести нашим матерям. Давайте прославим Бога за наших мам. Аллилуйя. Если бы не наши мамы. На этой неделе я готовился к воскресному собранию и отправил длинную смс-ку моей маме. Я понял, что много раз был неблагодарным и не воспринимал ее как нужно. Мне 56 лет, моей маме 80, но она полна силы, она все еще моя мама. И я люблю ее всем сердцем. Если ваша мама еще жива, то любите и цените ее, и проявляйте к ней уважение. А также заботьтесь о ней. Аминь. Сегодня будет специальное собрание для женщин. Господь желает, чтобы я вдохновил и ободрил вас, поэтому сегодня мой тон будет другим. У меня розовый галстук и даже розовая маска. Все для вас. Сегодня День Матери, и сегодня все для вас. И мое послание называется так: «Благородное призвание к материнству». Благородное призвание к материнству. Я понимаю, что в идеальном мире вы хотели бы быть только матерями, но в этом мире, в реальном, вам приходится работать, и многие из вас матери-одиночки. 70% детей в Африке растут в неполных семьях с матерью или с бабушкой. Я сегодня хотел бы почтить этих женщин. Я хочу сказать вам, что Бог вами доволен. Он видит все ваши жертвы. И однажды ваши дети скажут вам: «Спасибо, мама, за все». Дети эгоисты по своей природе, и они не уважают своих родителей. Но когда они сами становятся родителями, то осознают ценность своих родителей. Мне было 34 года, я перегорел на службе, потому что ни дня не отдыхал. Я работал с 5 утра до полуночи. Я думал, что силы духа хватает для такого ритма жизни, но на восстановление у меня ушло 3 года. И хотя я был уже женат, кому же я бежал за утешением, знаете, к маме. Всякий раз, когда я видел свою маму, я чувствовал утешение и любовь. Давайте еще раз поблагодарим наших матерей. Да, вся честь Иисусу, конечно. А затем женщинам в нашей жизни. Если бы какой-то незнакомец проходил по одному английскому поселку в период между 17:00 и 19:00 и заглянул в окно дома пастора местной англиканской церкви, то он увидел бы нечто весьма странное. Примерно в это время прохожий мог бы увидеть сидящую на стуле женщину. Аминь. Вы хорошо прославляете. Так вот, эта женщина сидела с кухонным фартуком на голове, в то время как 10 детей читали, пели или играли вокруг нее. Женщина под фартуком — это Сюзанна Уэсли. Каждый день она на 2 часа занимала такую позу, и вскоре вы поймете, почему. 2 из ее 10 детей были мальчики Джон и Джайлс Уэсли, которые выросли, сыграли важную роль в формировании церкви
и в ее истории, изменив тем самым мир. Сюзанна понимала динамику большой семьи. Она была 24-й в семье из 25 детей. Некоторые из вас думают, что двое детей — это уже много, а представьте, что у вас 25. Сюзанна жила в семье высокообразованного и востребованного служителя из огромного города Лондон. В 19 лет она вышла замуж, ее жизнь не была безоблачной. 53 года она прожила в трудностях и проблемах. Она родила 19 детей, но 9 из них, включая две пары близнецов, умерли еще в младенчестве. А еще один ребенок был случайно задушен ночью няней, уставшей после принятия долгих родов. Сюзанна считала, что материнство — это величайшее призвание от Бога. Хочу сделать паузу и сказать, что общество сегодня пренебрежительно относится к материнству. Если вы врач, людям это нравится. Если вы юрист, вас все уважают. Но мы должны уважать матерей. Мы должны чествовать матерей, которые жертвуют всем ради своих детей и семей. Я каждый день удивляюсь, наблюдая за самоотверженностью матерей. Моя мама тоже была такой. После развода она воспитывала нас одна. У нее было две работы и не было машины. Она всегда учила нас уважению к себе. Неважно, что у вас есть, главное — верить в себя. Для нее мы, ее дети, всегда были на первом месте. Она шла на жертвы, даже себе в ущерб. И сегодня я вижу, как многие матери живут именно так. Они совмещают множество ролей. Кроме своей работы, дома им приходится быть доктором, диетологом, учителем, утешителем. И как бы поздно они не возвращались домой, даже если они добирались на двух автобусах, у них всегда есть время на своих детей. А еще у них откуда-то всегда есть энергия. Можно я скажу что-то? Я, который всегда говорит, что прекрасно, воспитал своих детей. Очень часто я сбегал из дому, когда с детьми становилось невыносимо. Я уезжал куда-нибудь на мотоцикле или на машине, или же приходил домой и говорил, я слишком занят. Но мамы так не поступают. Матери уникально созданы Богом и наделены особой благодатью для воспитания будущего поколения. Мама воспитала Иисуса. Мамы воспитывали президентов и великих правителей. Я считаю, что миром правит рука, которая качает колыбель. И хотя материнство может показаться незначительным, матерей нужно уважать. У матерей есть власть. Когда я взбунтовался и окунулся в грех, именно моя бабушка отправила мое имя какому-то служителю и сказала, молитесь за него, потому что на него уже все махнули рукой. Мои мама и бабушка никогда не отворачивались от меня, никогда не переставали любить меня. Мой отец был дисциплинированным человеком и не мог понять мое бунтарство, но мама, даже когда я приходил домой посреди ночи и старался идти ровно, она все равно ждала меня. И каким бы пьяным я ни приходил, она вставала и готовила мне еду, потому что ее сынок должен был поесть перед сном. Спасибо маме. Спасибо за твою любовь и преданность. Я почитаю тебя. Я знаю, что моя мама всю жизнь почему-то боролась с чувством вины, но она была просто идеальной мамой, хотя и не бывает идеальных матерей. Дорогие женщины, я хочу сказать вам, что Бог доволен вами. И однажды, когда вы будете на небе, ваша награда будет великой за все, что вы сделали, за ваши жертвы. Может, сейчас ваши дети неблагодарны, но ваше отношение с любовью, добротой и заботой формирует их будущее, их судьбу. Итак, Сюзанна считала, что материнство — это призвание. И я так тоже считаю.
Она писала своему мужу: «В понедельник я говорила с Молли». Она понимала, как важно проводить время один на один с каждым ребенком. Во вторник я говорила с Хэтти, в среду с Нэнси, в четверг с Джеки, так она называла Джона Уэсли, в пятницу с Бетти, в субботу с Джайлзом. Он стал основателем методистской церкви и предшественником пятидесятнического пробуждения. Потом с Эмили и Суки. Кажется, что после 20 детей фантазия заканчивается. Итак, каждый день с воскресенья по следующий понедельник. Во время таких разговоров один на один Сюзанна учила детей тому, что значит жить для Иисуса, и как понять, кто они такие. Это самое важное, чему вы можете научить ребенка. Те молитвы, которые вы произносите по ночам, это не пустые звуки. И те песенки о Боге, которые вы поете с детьми, это не пустая трата времени. Моя мама смотрела на меня и говорила: «Другие ничем не лучше тебя, а ты не лучше других. Если жизнь собьет тебя с ног, сразу же поднимайся на ноги. Если никто в вас не верит, то в вас верит ваша мама и Бог, и вы верьте в себя». Этому меня научила мама. Она говорила, что для меня нет ничего невозможного. Я узнал об этом задолго до того, как открыл Библию. А еще я от мамы узнал, что такое безусловная любовь. Поэтому именно та рука, которая качает колыбель, управляет миром. Сатана желает приносить насилие, разделение в семье и сексизм. Если из дома забрать мать, то этот дом рухнет. Уберите женщину из общества, и в это общество проникнет дух тления. Женщины бескорыстные, милосердные и жертвенные. В мужчинах эти качества встречаются реже. Говорят, что мужчина сильный. Он управляет сушей и морем, в руке его скипетр власти, и он правит над теми, кто ниже. Но есть власть больше и сильнее, чем власть от его трона. Это рука, качающая колыбель. Она правит миром. Женщины и матери, понимающие свою роль, формируют будущее не только своих детей, но и всего общества. Они учат будущее поколение нашего мира, воспитывают и направляют. Так было и с мамой, и бабушкой Павла, но о них чуть позже. Каждого правителя в мире воспитала мама. Даже воспитание нашего Господа Иисуса было поручено невинной 14-летней девушке по имени Мария. А почему Бог выбрал ее? Потому что она знала Писание, знала Слово Божие. Она учила маленького Иисуса Слову Божьему. И она помогла Иисусу узнать его предназначение. К 12 годам Иисус уже общался с книжниками о Царстве Небесном. Как это случилось? Все благодаря его набожной маме и отцу-плотнику. Да, его отцом был Бог, но на земле его воспитывал плотник. Он работал с отцом в мастерской, а мама учила его Писанию и путям Божьим. Я хочу сказать вам, что материнство — это, безусловно, дар. И мы должны защищать его. Мы должны выступать против абортов и этого духа, который говорит, что жизнь не имеет значения. Мы должны говорить, что жизнь имеет значение. Материнство также имеет невероятно огромное значение. И у каждого ребенка есть божественная судьба от Бога. Не вынуждайте меня проповедовать вам. Лука, есть такое место, 1 глава, 30 стих. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве». Некоторые из вас думают, что беременность — это проклятие. О нет, это Божие благоволение. Это благословение. А если вы верите о ребенке, то Бог обязательно благословит вас и ваше лоно. Бог уберет ваше бесплодие. Вы обретете благодать, и Бог даст вам замечательных детей. Вы воспитаете того, кто изменит этот мир. Прославьте Господа. Аминь. Во имя Иисуса Христа мы должны славить Господа. И вот зачнешь, сказано.
Это слово для кого-то. Запишите его себе. Но вы зачнете не от Святого Духа, а от своего мужа. И не от своего парня. Недавно я общался с кем-то и сказал, не нужно беременеть, а потом выходить замуж. Мне ответили, пастор, но у нас такая культура. Вы гражданка Царства Небесного. Поэтому мужчина должен сперва полюбить вас, жениться на вас. А потом уж делать детей. Он не должен тестировать вас, а потом решать, будет ли он жениться. О, как стало тихо. На прошлой неделе меня не было, и, может, вы все впали в кому, а может, вы задумались о своей маме, и поэтому ничего не говорите. А вы хоть отправили ей СМС этим утром? Ладно, пожалуй, не будем об этом, а цветы купили? Он будет велик, сказано. Бог желает, чтобы каждый ребенок был великим. Но часто ключ к величию в руках у матери. Мы живем в обществе, где у женщины много обязанностей. Проходя по разным отделениям нашей церкви, я замечаю, сколько женщин служат Богу, пока их мужья спят. У них более высокий уровень ответственности. Павел писал Тимофею. Отец Тимофея был греком и язычником, он не служил Богу. Но мама Тимофея была рожденной свыше христианкой. И она никогда не переставала учить Тимофея Божьим путям. Павел писал, что Тимофей знал Писание с детства. «Моя мама всегда читала нам Библию и молилась с нами». И многие из нас сейчас здесь именно благодаря этим простым молитвам наших мам и бабушек. А вы помните эти молитвы? Помните, как вы болели? Или как вам снилось что-то страшное, и мама приходила, чтобы успокоить вас? Да, это замечательно. Даже если она уже в могиле, она все равно смотрит этот эфир сегодня, ваша мама. Итак, материнство — это не просто этап, это призвание от Бога на всю жизнь. Вы никогда не перестанете быть родителем. С этой должности нельзя уволиться. Моя мама все еще заботится о моей сестре, которой уже 60 лет. Когда рядом никого нет, всегда есть мама. А когда у вас все хорошо, вы забываете о маме. Но когда что-то случается, вы сразу же вспоминаете ту, которая воспитала вас, любила и лелеяла вас. Маму или бабушку. Давайте ценить мам и бабушек. Да, вы можете и должны прославить сегодня Бога за это. Давайте ценить женщин, сыгравших важную роль в нашей жизни. Хотя они уже и пожилые, не стоит забывать о них и об их вкладе в вашу жизнь. Они достойны любви, уважения и благодарности. Решение иметь ребенка может быть мгновенным, но это решение означает навсегда согласиться на то, чтобы ваше сердце рвалось из груди наружу. Так живут матери. Даже если мама занята, вы звоните ей, и она уже бежит. Если дети звонят вам, не нужно постоянно бежать к ним. У вас еще есть муж, аминь. Мама пишет на сердце своего ребенка слова, которые мир не в силах стереть. В первые 5 лет жизни, в подростковые годы, вы учите их уверенности в себе, любви, прощению, справедливости и милости. Все это вы пишете на сердце своего ребенка, поэтому будьте аккуратны. Ваша ручка — это ваш язык, поэтому никаких гнилых, злых слов, а только слова ободрения. Никакой критики по отношению к другим, пусть ваш язык будет инструментом исцеления и писателем, пишущим будущее вашего ребенка на скрижалях его сердца. Авраам Линкольн как-то сказал, «Все, кем я есть или надеюсь быть,
Это благодаря моему ангелу, моей маме. Я помню молитвы моей мамы. Они прицепились ко мне навсегда. Они следовали за мною всю мою жизнь. Это слова одного из величайших президентов Америки. Уинстон Черчилль писал: «Моя мама оставила сильный отпечаток на моем детстве. Она сияла для меня, как вечерняя звезда». Наполеон Бонапарт сказал: «Будущее ребенка — это заслуга его матери». Теодор Рузвельт: «Мама — это одно из важнейших достояний народа. Надеюсь, наше правительство осознает это. Может, мы уже перестанем говорить о гендерном насилии, а наконец-то уничтожим его и будем защищать женщин в нашем обществе. Можете сказать сами на это. Она куда важнее, чем какой-то бизнесмен или чиновник, художник или ученый. Вы, доктор, благодаря вашей маме. Вы бизнесмен, благодаря своей маме. Ладно, будет еще День Отца, тогда и поговорим о себе. Мужчины почувствовали себя забытыми. Любите своих жен и своих матерей, а также своих дочерей, потому что они будущие мамы. Воспитывайте в них чувство собственного достоинства. Относитесь к ним как к принцессам. Относитесь к ним с любовью и уважением всегда». Пусть не будет никакого насилия со стороны отцов. Пусть наши дети будут защищены. И пусть ничто в нашей стране не скверняет наших женщин и детей. Бог очень ценит роль матери-христианки в формировании характера ее ребенка. Итак, Павел пишет Тимофею во втором послании, в первой главе. Мы говорим о призвании к материнству. Это очень серьезно, и этим нельзя заниматься как бы между прочим. Вы ответственны за то, чтобы учить своих детей Писанию. Нужно не только болтать. Разговоры — это хорошо, но они не меняют сердца детей. Мы пишем Слово Божие на сердцах наших детей. И христианство не должно быть так, между прочим. Если вы мать-одиночка, то это ваша задача. А если ваш муж не желает служить Богу, то это тоже ваша задача. Служите Богу ревностно. Не страшно, если вы будете плакать перед детьми. Я часто слышал, как моя мама плакала. Я видел, как бабушка плакала. Иисус столько времени проводил с женщинами, потому что общество привыкло обесценивать их и их роль. Поэтому возникают такие движения, как «За свободу женщин». И, к сожалению, без Бога они немного искажены. Но 2000 лет назад пришел Иисус и принес свободу женщинам. Иисус вернул женщин на тот уровень, какими их создал Бог, равными Адаму. Бог хотел, чтобы женщина стояла рядом с Адамом и управляла землей вместе с ним. Общие обязанности и общая ответственность. Но когда в семье только один родитель, все сваливается на вас. Но у вас есть Божья благодать, Божья мудрость и Божье руководство. Он будет вести и направлять вас. Он поможет вам воспитать и поднять ваших детей, всех 25 человек. Куда ушли такие времена? Сегодня двое — это уже много. Может, вам нужен еще один? Благословен человек, наполнивший свой колчан стрелами. Именно поэтому все наши молодые пасторы заняты делом. Павел пишет Тимофею: «Ты знаешь, что я призван служить Богу отцов с чистой совестью. День и ночь я постоянно молюсь о тебе, воздвигая тебе памятник своими молитвами». Никогда не переставайте молиться о своих детях. Тимофей — духовный сын Павла. Мы не знаем точно, был ли он женат или нет, но на тот момент он явно еще не был женат. Павел был его духовным отцом, и он понимал важность молитвы. Моя мама молилась за меня, и моя бабушка тоже. Я думаю, когда они видели, как я приходил домой пьяным или под наркотиками, они думали, что их молитвы не работают.
Сколько раз мама возила меня в больницу с ранами, ссадинами или на промывание желудка, но на следующее утро не было никаких обвинений или нотаций, она просто любила меня. Но она не только молилась, она была как тигрица. Если ее дети занимались какими-то непотребствами, то все вокруг замечали ее зеленый Пежо. Если мы были на какой-то гулянке, или у кого-то дома, или еще где-то, туда сразу приезжала мама. «О, твоя мама приехала!» Она приезжала и забирала меня или мою сестру, а также молилась. У меня у самого трое детей, простите, шесть детей. Я видел, что происходило с моей мамой, пока мой брат боролся с болезнью. Это был рак. Сколько бы вам ни было лет, мама не перестает беспокоиться. Наше общество должно кланяться своим мамам в ноги за все, что они делают для нас. Мы должны ценить наших матерей и воздавать им за их любовь, но не только комплиментами, но и деньгами. Они должны чувствовать, что их ценят за все их жертвы. Аминь. Итак, Павел пишет Тимофею: «Я знаю, что ты оплакивал меня, твоего духовного отца, и твои слезы мне дороги. С нетерпением жду встречи с тобой. Меня переполняет радость, когда я думаю о твоей твердой вере, которая передалась тебе по линии семьи. Люди говорят о родовых проклятиях. Эти проклятия уже давно были разрушены кровью Христа. Не думайте о каких-то там проклятиях. Вам нужно поднимать будущее поколение, которым вы передадите свою победу, свою веру и свое христианство. Аминь». Несколько лет назад я сидел в самолете, и Господь сказал мне: «Спроси меня о своей родословной. Неважно, какое проклятие мог навлечь на себя мой дедушка или прадедушка, он служил в определенной организации, где нужно было давать клятву. Одной из его клятв было провозглашение, что все женщины в его роду будут разводиться, а первый ребенок будет выкидышем. Это жертва, на которую он пошел, чтобы получить продвижение и власть. Не хочу называть имя этой организации, но она все еще функционирует. И, конечно же, это передалось некоторым из наших родственников. Но затем мы приняли спасение, и я понял, что есть более великая сила, и можем мы стоять на ней. Я говорю о Слове Божьем. Мы можем разрушать все проклятия, все заклинания, заговоры, проклятия, произнесенные в вашу жизнь. Они могут быть разрушены силой Святого Духа, могут и должны. Вы благословлены, а не прокляты. Вы имеете будущее, и то, что сделал ваш прадедушка, никак вас не коснется. Аминь. Бог пообещал явить свою милость и благость любящим Его до тысячи поколений. Если вы любите Бога, то дальше вы передаете не проклятие, а благословение. Вы передаете Иисуса Христа. Вы передаете будущее вашему роду и вашим будущим поколениям. Скажите это. Скажите: «Я благословлен». Ну-ка еще раз. «Я благословлен. Я благословенный человек. Я знаю, что это так». Возможно, вы первый в своем роду, но с вас может начаться родовое благословение. Возможно, ваш отец был пьяницей. Вы пьяницей не будете. Грехи ваших предков не падут на вас, а также их генетические заболевания. Я понимаю, что такое генетика. Но я также понимаю, что у нас есть духовная ДНК. Я понимаю, что докторам нужно смотреть на прошлое, но меня определяет не мое прошлое, а мое будущее. Меня определяет сегодня. Могу я услышать «Аминь»? Меня определяет моя жизнь во Христе. Это не отрицание, а осознанное решение жить в более высокой реальности. Кто во Христе, тот новое творение. Когда вы отдаете свою жизнь Иисусу Христу, вы прощены. Вам не нужно нести за собой вину и стыд. Я консультировал тысячи женщин,
И проблема номер один всех женщин — это чувство вины. Им постоянно приходится бороться с ним. А насколько я хороша? Правильно ли я поступаю? Их мучает чувство вины, но еще ни один ребенок не дал своим родителям медаль за прекрасное воспитание. Но, как я уже говорил, вы молодцы. Вы делаете все, что в ваших силах, и для многих из вас это максимум. Поэтому Бог доволен вами. Вам остается только молиться и передать своих детей в руки Божьи. Иногда может казаться, что дети катятся вниз и становятся еще хуже. Это не страшно. Наставьте ребенка в начале пути, и в старости он не сойдет с него. Ваш ребенок вернется. Соня вернется. Вася вернется. Ваш маленький бунтарь вернется. Даже если ваши предки молились за вас и ваших детей, Бог отвечает на эти молитвы. Он благословляет наш род. Аминь. Во имя Иисуса, я думаю о твоей твердой вере, которая передалась тебе по линии семьи. Все началось с твоей бабушки Лаиды. Все началось с женщины. Почему женщины обычно более духовны, чем мужчины? Вы это когда-нибудь замечали? Вы думаете, что вы умнее своей жены? Но посмотрите на школу. У девочек оценки всегда выше. Вы не умнее. И к тому же вы менее духовны. Ведь так, если бы мужчинам пришлось рожать, то человеческий род был бы значительно меньше. Потому что мужчины по своей природе не такие щедрые. Вы только подумайте о беременности. Какой-то дискомфорт, когда ваш живот выдвигается вперед, а ваши бедра расходятся. Все меняется, а при этом ваш муж хочет, чтобы вы по-прежнему выглядели хорошо. Дорогой, именно ты сделал меня такой. Это все из-за тебя. Поэтому люби меня такой и люби меня после родов. Люби меня после того, как ты сделал мне троих или четверых детей. И не ожидай, что я буду выглядеть как 20-летняя, потому что именно из-за тебя в моем теле побывало 5 детей. Аминь. Итак, все началось с бабушки. Аминь. Которая передала ее твоей дорогой матери Евнике. Обратите внимание на терминологию. Даже Павел, сильный лидер, меняет свой тон, когда говорит о женщинах. С другими апостолами и с мужчинами он говорил иначе. Также и Иисус. С женщинами он всегда говорил мягче, потому что они более слабые сосуды. Слабые не эмоционально, а заслуживающие большего уважения, почитания, трепета. Поэтому, когда говорите с женой, с дочерьми, с женщинами на работе или со своей матерью, ваш тон должен быть другим. Мягким, добрым и любящим, заботливым, а не требующим или манипулирующим. Аминь. Вот с чего началась твоя вера. Задолго до того, как появился великий апостол Павел, веру тебе привила бабушка, твой отец был язычником, вы жили в языческой стране, где все вокруг поклонялись идолам. Мать Тимофея училась у своей матери, но при этом вышла замуж за неспасенного человека, но она не оставила своей веры в Бога. Никто не должен оставлять свою веру, потому что ваша вера в Бога — это ваше величайшее сокровище. Ни один мужчина не достоин занять место Бога в вашей жизни или быть выше ваших отношений со Христом, когда вы любите Иисуса и становитесь ближе к Нему. Он приведет к вам нужного человека, который будет любить Бога. А если мужчина любит Бога, то он будет любить и вас. Если вы разведены, то он полюбит и ваших детей. Вам нужен такой мужчина, который будет любить и вас, и ваших детей, как своих собственных. А вот какое время мы живем, я никого не виню и не стыжу. Если бы здесь сейчас был Иисус, люди видят вас только снаружи, а Он знает,
что вы сегодня встали в 4 утра, приготовили еду, подготовили одежду, пока ваш малыш сопел в кровати, а затем вы отвезли его в школу. Я часто вижу этих женщин, и в нашей культуре после апартеида и его последствий этим женщинам приходится стоять в очередях. Они ждут один автобус, потом другой, а потом третий, чтобы добраться до богатой семьи, где они работают. А в 5 утра они едут домой и дома помогают своим детям с уроками. Мы должны почитать таких женщин, мы должны благодарить Бога за наших матерей. Давайте еще раз прославим Бога за всех женщин не только в Южной Африке, но и в каждой стране. Я молюсь о том, чтобы Бог дал нам в президенты настоящую мать, и чтобы у нас у власти были сильные, благочестивые женщины, которые станут матерями для нашего народа. Я не знаю, что у вас происходит, но я хочу вас кое о чем попросить. Забудьте о своем стыде и своей боли. Забудьте о всех печалях и сожалениях. Моя мама развелась, когда ей было 34 года. Она была молодой женщиной, но так и не вышла еще раз замуж. 34 — это прекрасный возраст. Так и не вышла замуж. Она не считала себя достаточно хорошей. Да, она позаботилась о тысячах детей в сиротских приютах, но она лишила себя личного счастья. Дети постоянно говорили ей: «Мама, выходи замуж!» Она отвечала: «Нет». Может, ее так сильно ранили, что она больше не доверяла мужчинам, я не знаю. Но Бог знает вашу историю и вашу боль. Богу есть дело до вас, и Он готов превратить вашу боль во что-то прекрасное, если вы Ему только позволите. Просто придите к подножию креста и отдайте себя Ему. Отдайте Ему всю себя. Он знает о вас все, но все равно ожидает, чтобы показать вам свою любовь. Поэтому я хочу попросить вас сейчас, пожалуйста, закройте свои глаза и опустите свои головы. Прошу всех. Возможно, вы никогда не отдавали свое сердце Богу, а сегодня вы слышите внутри тихий голосок, который говорит: пора исправить свои отношения с Богом. Может, вам уже некуда идти, новое начало дает только Иисус и никто другой. Если вы желаете получить такое новое начало, то повторите за мной одну молитву. Сделайте это прямо сейчас. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе, я отдаю Тебе мое сердце, я отдаю Тебе все, прости все мои грехи. Ты знаешь обо мне все и продолжаешь, тем не менее, любить меня, и сегодня я принимаю Тебя моим Господом и Спасителем. Спасибо за Твое прощение и новое начало во имя Господа Иисуса, и да благословит еще раз Бог всех матерей».